Берлине, собственно, он, так сказать, собрал. И, знаете, собирать иностранную диаспору у нас в России, это глаза выпучишь. Сюда, так сказать, приехать, это и дорого, и сложно. А в Берлин подлететь, так сказать, большинству европейцев никаких Конечно. Проблем. И от команды, как бы, мегагрант послать 2-3 человек в Берлин, это тоже не есть сложно. Я могу предложить. Да. То есть, я думаю, что... Причем мотивация. Это была судьбоносная и хорошая конференция, где в Курске, там активно все заносили. Да, вернуться в Берлин, так что... Потом мы здесь, после Берлина. Но тогда это уже скорее касается 8-го воркшопа. То есть у меня нет никаких сомнений, что после 7-го январского воркшопа, опять же, на рубеже полугодия, вот об эту пору, состоится наш 8-й воркшоп, ну и его действительно надо разнести с вот этим вот митингом всех грандеров. По крайней мере, не совпало, а может быть так, что рядом были. Ну, если Москва или Питер, то можно и рядом. Так, есть, нет, 8-й воркшоп в Берлине тоже. То есть и надо там собраться. Тебе ближе ехать, я понял. Мне тоже далеко, кстати. То есть на тебе бы не сильно много сэкономил, а зато на остальных. Так, в Питер зовет. Так? Да, маленький раз Питер произнесен, дело что-то самое. Мы сейчас вот со Стасом, в частности, общаемся с мегагрантом в Литмо, в Вело. Вот, метаматериалы и все такие дела, он активно ищет сотрудничество. Вот, это один момент. Второй момент, с 16 по 20 июня будет большая конференция, посвященная столетию Зиндовича в Москве. В Москве? Да. А у нас есть идея, поскольку Зиндович начинался с Питера, есть идея провести некоторые чтения, неизвестно какого масштаба, в Питере, в конце, после. После этого провести в Питере. Значит, что там в качестве замануть, как говорится? Там 20-е это пятница. Можно людям вечером сесть на сапсан, приехать в Питер, в субботу погулять там по всем нашим местам. А в воскресенье 22-го там будет праздник Алые паруса. Тоже достаточно такое экзотическое мероприятие. Но если вот прямо сейчас все застолбить, ведь проблема с гостиницей, в Питере всегда есть трудности. Ну, за год ты ради За год все можно, да. Июнь. Все будущее июнь. То есть мы уже сейчас с вами обсуждаем июнь. Тогда можно было бы вот два дня, суббота, воскресенье, экскурсионную хорошую программу организовать. Белые ночи, алые паруса, там окружающие все эти дворцы. Вот. А потом 2-3 дня поработать понедельник, вторник, среда. Это удобно было бы для иностранцев, чтобы они тоже едут организовывать через Москву, там основные приглашения и рейтинг приглашающей стороны. Вот. Но мы могли бы туда уже свою часть вложить и чисто научные задачи, и продемонстрировать наши технические достижения, и это можно было бы зачесть как-нибудь. Ну, в общем, какие-то вот такие вот... Нет, ну, какую-то стыковку с этим мероприятием целесообразно сделать. Мне кажется, оно достойное внимания. Ну, давайте мы это как бы зафиксируем вот в протокол, у нас, слава богу, опять все пишется. Просто как предложение. Да, и это можно не упустить. Хорошо, уважаемые коллеги. Ну, как это, мне еще хотелось произнести две мысли, может быть, я отчасти повторюсь. Вот. Дело в том, что не все наши гости, приехавшие, были на моем докладе. Вот. А в моем докладе я хотел бы еще разок остановиться на одной мысли, что это сейчас у нас начался фактически новый проект отчасти. Дело в том, что мы выиграли это ДОП-соглашение, и выиграли его на несколько иных условиях по сравнению с тем, что было. Немножко с другими задачами и немножко с другой логистикой, так сказать, всей технологии. Вот. Мы вынуждены были перейти на новый формат, поскольку и денег нас убавили практически в два раза. То есть если мы в рамках прошлого гранта имели по 50 миллионов в год, то здесь осталось всего по 27. Это, конечно, не половина, но почти.
на 2 миллиона больше. Вот. И нас немножко по-другому перестроили с точки зрения обязательств, что мы должны сделать. Мы попытались как-то перестроить и систему, в том числе оплаты труда. Мы об этом не раз говорили на наших оперативках. Вот. Что получилось пока что, то получилось. Мы в стадии пока совершенствуем. Поэтому я должен, так сказать, ну, поскольку как-то вот организацией логистикой занимался в значительной степени я, вот, извиниться перед, так сказать, командой за возникшие определенные накладки. Вот. Они у нас были и с Нижегородской части, но здесь все гораздо проще и ближе, так сказать, люди подходят, а что это у нас тут не так? Ну вот, собственно, тут Леонид был, посмотрели, подумали, что-то скорректировали, что-то подправили. Поэтому должен сказать, что ну, как бы, вот есть ошибки, есть, так сказать, провалы, где-то что-то мы упустили, где-то что-то мы забыли. Здесь у меня просто призыв, что называется, не копить злобу, если есть какие-то претензии, вопросы. Мы с Леонидом Сергеевичем всегда открыты к обсуждению. Оплата труда? Да, конечно. Вот. Да. Прошу, так сказать, обращаться. Мы открыты, повторюсь, но это, конечно, тема в большей степени интимная, а не для всего широкого круга. Но, так сказать, мы готовы в индивидуальном порядке разговаривать с кем угодно, и Леонид Сергеевич, и я, и, так сказать, это просто, ну, если есть накладки, простите, если есть вопросы, задавайте, мы с удовольствием будем решать. По мере сил мы, кстати сказать, попытались сейчас внести эти определенные корректировки и поправки в июньскую зарплату, и она вот вас должна неизбежно постичь на следующей неделе. Вот. Поэтому, так сказать, как бы, так сказать, здесь все дело как-то движется. И последнее, что мне хотелось тоже еще сегодня произнести, то, с чего я, собственно, и начал, ну, поскольку тут вот, большинство наших организаторов, правда, к сожалению, кроме Елены Владимировны, самый виноватый, здесь сейчас присутствует, я еще раз хотел поблагодарить за хорошую организацию мероприятий, причем как зримых и зримо участвовавших, так и стоявших далеко за кадром, тот же ректор, так сказать, посетил протокол, я его включу, сумел вырваться в выходной день, поприветствовал наше мероприятие. Михаил Виссарионович, хоть он далеко за пределами России, но тем не менее он тоже с нами. Вот эта вся подготовительная работа, все необходимые служебные записки, приказы и все прочее, он подписал, он запустил, и все у нас прошло. Ну, конечно, опять же, здесь должен принести извинения, не все гладко. Часть наших докладчиков вчера работали совершенно блеклым проектором, и картинок показать не удалось, ну, переориентировались, были другие технические накладки, тоже I'm awfully sorry, вот, ну, что делать, вот, как бы, так сказать, есть эти сложности, но, тем не менее, спасибо организаторам, дело сделано, мне кажется, прошло удачно, я думаю, оно пойдет на пользу нашему проекту. А теперь мне бы хотелось послушать, обсудить, зафиксировать какие-то предложения. Вчерашний вечер он был полон идей, фантазий, каких-то стыковок новых, так сказать. Я думаю, что много чего нового, хорошего у нас получится. Пожалуйста, так сказать, высказывайтесь, обсуждайте. Я предлагаю такую последовательность. Ну, вначале обсудить два самых важных направления. Это направление новое, резонансный колд-электромболометр и все вытекающие последствия, что это значит для нас. Потом по Олимпа конкретные шаги, а потом заслушать всех участников, кто здесь есть, какие планы, что, какие предложения. Ну, давайте, может, о проекте. Так, а это? Так, похоже, надо выбираться. Ну, в общем, да, ты оказался в центре внимания. Нет, ты со стула лучше бери, а то ты сиди, не на что будет. Здесь пока, да? Ну, маленько загородит. Никто не загородит дорогу молодца. Илюха, на ходу еще пока. А лучше прям руку сказать. Субтитры создавал DimaTorzok.
докладывал на моем первом выступлении, но учитывая, что многие сейчас приехали в Россию, как бы так сделали, направление этого прорыва, а то будет следующий я здесь, пункт, который мы вот туда можем, он как бы действует, какой последовательности вы делаете, технологию и так далее. Значит, это случилось с объявлением этого тендера европейского, который формулируется таким образом, новое поколение и так далее, современный array coupling concept. То есть нужно новое поколение концепций по связи луча с детекторами. Вот, и такая команда. Но на самом деле это расшифровать можно проще. Это многочастотные элементы array, то есть пиксели, которые будут работать сразу, каждый пиксель на две или больше частот. Почему это возникло? Это возникло потому, что, смотрите, амбиции астрономов достигли невероятных пределов, и они хотят объять все, как можно больше, как можно больше детекторов. Вот смотрите, это больше десятка диапазонов, в каждом диапазоне от 100 до 1000 детекторов. Ну и все скомпоновалось, и возникли проблемы. Проблема уже появилась операция, потому что очень большая эпохальная плоскость, нужно ее суживать. Но не только это. Вот известно, что вся радиоастрономия, вся космология зиждется на сравнении сигналов разных частот. Если они в одном месте, то это еще лучше. С Виктором обсуждали неоднократно, и вопрос понятный и важный. Вот, поэтому нужно ИСе помочь. Представляете, ИСа просто говорит, помогите. Вот. Ну, трудно отказать такому заказчику. Вот. И мы начали думать, как помогать. Ну, он здесь описывает причины, это и принципиальная причина совместить разные частоты, и техническая. Не только совместить, но они говорят, все-таки эти вот горны и линзы, если вы посмотрите на всю систему, это ужасно громоздкая, ну и неэффективная система. Хорошо бы, чтобы просто была чистая focal plane array без этих элементов. Вот. Ну вот мы работаем с cold electron bolometer. Что-то там совсем плохо видно у нас. Просто красное. Это что с нашим проектором? Тоже, наверное, загибается планета. Ярко еще. Просто солнце в окнах. Многовато. Да. Ну, или может быть использовать все-таки белые неконтрастные шрифты. Ну, как сейчас же не переделывается, трудновато. Нет, а я просто смотрел, это общая теперь такая трек. Нет, ну вот это у меня, он очень светлый, этот получается. Я удивляюсь, что так получается. Может, если проектор не хватает, просто нервничать. Ну ладно, короче, первое видно свойство cold electron bolometer. Четвертый, пятый, это нечувствительность. Четвертый, пятый, пост еле-еле. Нам три, а вам три. Чувствительность космического луча четвертая, то, что послужило решающим фактором, что нас в эту Значит, решающий фактор, который позволил нам включиться в эту программу европейскую, это вот эта нечувствительность к космическим лучам. Там были испытания в Риме, сейчас появились новые, не далее как пару дней назад я получил просто большую распечатку, постер, который будет представлен на Low-Temperature Detector конференции. Вот. Это вызвало интерес общественности. Ну и последнее, это вот резонансные свойства cold electron bolometer, что прям делать фильтр в нем. Вот. Ну вот примеры, как делалась эта система раньше, допустим, кросс-лот антенна, потом микрополоски. Они разделяются на разные каналы, и здесь разные фильтры на разные частоты, но потом идет детектор. Или другая довольно популярная концепция синусоидальной антенны, которая тоже там микрополосок из нее выбирается, микрополоски выходят опять к разделению на разные стороны, на разные частоты, и потом попадают в детектор. Ну, системы такие, как прямоконвенциальные, работающие, но занимающие довольно много места, потому что они все порядка лямбда. И плюс еще, ну, здесь вот рассчитано на связь через линзу. Есть проблема, если мы делаем многочастотные системы, потому что там пиксели, и все вещи должны быть рассчитаны
другую область. Вот, ну, это как, соответственно, развивалось это наше участие, как мы соревновались с Кембриджем, но потом в итоге все-таки оказалось, что Кембридж отпал и нас включили. Как это произошло, я не знаю, но, значит, возможно, это после воркшопа в декабре, когда сильно очень звучала как раз проблема космических лучей, и после этого САСАИ, соответственно, решил нас оставить. То есть я даже не участвовал в этих переговорах, просто как-то Кембридж отпал. Вот. А сильно был противник. Когда там Кембридж, да, этот Стаффорд-Висингтон во все САСАИ входит. Ну, а здесь какой-то это самый профессор шведского института, с какой-то странной не шведской фамилией. Да, изначально шансы были не очень одинаковые, но потом, ну да, кстати, все-таки интересно, что все хорошо в этой группе, в кембриджской, ну, сильная группа, сильная, но она потеряла свое лицо совсем. Это типичный пример. У них были свои концепции развивались, STG. Почти наш болометр, только все вместе соединено. Они успешно эсэсы делали даже цепочку этих болометров. А потом, в критический момент, когда решалось, что делать для Кловера, они все-таки решили, нужно идти по американскому пути, она более опробована, и включили на ЗС. Они следуют сейчас пути, там, соответственно, делают, что могут, но как бы ничего своего не несут. И с точки зрения нового поколения, ну вот здесь, может быть, как раз были проблемы. Может, были вообще, так сказать, реальные инструменты? Ну, честно сказать, ни одного реального инструмента при всей их активной деятельности. Я тоже не помню, что это было. Они везде участвуют? Нет, они везде участвуют, да. Потрясающий концепт, но да. Который оставляет всегда некоторые недоумения, да. Как это будет использовано. Ну, первая должна быть... О, хороший вопрос. Спасибо. Первая должна была быть концепция Кловер, где они, вот как я уже сказал, продались американцам. Американцы все-таки давлеют сильно в этом смысле. Но они совершили драматичную, трагическую почти ошибку. Они не взяли, как это обычно, абсорбер, вот висит абсорбер подвешенный. Там худо-бедно ты всегда сделаешь эффективность там какую-то, 50%, 70-80%, только меняет абсорбер и все. Система простая, она работает. Они решили, а вот у нас есть опыт с волноводами, с микрополосками, иначе волновод, горн, волновод, переход на микрополосок на через... Да. На файн-лайн, да. Ну, да. Потом это... микрополосок идет черти куда. Потом, наконец, доходит до мембраны, по ноге идет к мембране, по ноге. Доходит и там выделяет мощность. Они говорят, ну мы все элементы пробовали, знаем, но когда их столько по дороге, очень честно у них основное время ушло на то, что они пытались понять, где потери мощности. И когда поняли, уже, ну, наконец, дело пошло, но потом их руководство отменило этот проект, вообще закрыло. Уже антенна была готова, все, ну, закрыли и все. Ну, такая история. И сейчас, видите, они здесь не оказались в этом проекте. Деньги получили? Ну, частично только. Как раз они стали выходить из бюджета и закрыли наполовину. Но это была трагедия, потому что много народу там кормилось. Я знаю лично, кто был уволен просто. Вот это, конечно, неудача. Сейчас они пытаются в спике тоже участвовать, так делают что-то, но они еще не приняли. Банкрот с очень удачным выходом считают для себя. Так, ну что, начали думать. Ввязались в этот бой за многочастотные системы, за резонансные, не зная еще, какая концепция будет, потому что ничего у нас такого за душой не было. Мы знали только одно, что у нас половина такой маленький, что его куда угодно вставишь, а дальше нужно было думать про электродинамику. Но оказалось, что и в болометре может быть закрыта самая суть. Но первая идея была, а что если емкость есть у нас у перехода, абсорбер с индуктивностью есть, что если составить резонансную цепь? И вот если мы ставим резонансную цепь, то получается, что абсорбер должен быть, если мы используем геометрическую индуктивность, очень длинный. Это там порядка 80 микрон. Получается, и в общем здесь набегает и объем, набегает и сопротивление, и все становится плохо. То есть ничего реализовать хорошего нельзя. Это ошибочное направление. Вот, ну хотелось, думали, закроем это дело, но хорошо, что пришла другая идея. А что если использовать кинетическую индуктивность не обе N полоски для этих целей? Ну я скажу, что мы провели
несколько лет в борьбе против этой индуктивности мы делали переключатель на полоске необидиен, она там была на самом ограничивающем факторе. Но здесь возникла идея, не использовать ли это дело для баллонников. Вот. И, соответственно, тогда мы можем это уменьшить размер до 3 микрометров, а может быть даже и меньше, это зависит от толщины пленки необидиен, здесь некоторые оценки для 20 нанометров. Вот. И, соответственно, вот даже для 100 ГГц, смотрите, это все 3 микрометра, это полоска. Ну хорошо, тогда можно вставлять куда угодно, путь открыт, дальше стали думать, что делать, надо вставлять. Значит, вот здесь просто для сравнения этот шаг, который психологический, который удалось преодолеть. Как-то сейчас кажется, это совершенно очевидно, но когда преодолеваешь... Криток. А криток у него какой? Криток у полоски. Микроамперы достаточно, да? Нет, это дельта все, дельта и H омега влияют, вот два параметра. Была работа раньше по баллометру с сверхводящим абсорбером и нормальными ловушками, где наоборот думали здесь поглощать H омега в сверхводящем абсорбере, потом все скатывается сюда, поглощается, захватывается ловушкой нормальной, потом, как обычно, если этот переход очень эффективно действует. Вот, ну вот где был барьер психологический, то что, значит, сделать все наоборот, взять совместимую технологию, ну вот, например, NeoBN с нашим баллометром, так, чтобы дельта была больше, чем H омега, вот, тогда ничего здесь поглощаться не будет, абсорбер устроить здесь и, соответственно, организовать такую концепцию. Потом, вначале была классическая с двумя переходами, но потом даже стало ясно, что достаточно одного перехода здесь тоннельного, и абсорбер может прямо квази-андреевским контактом контачить к антенне. И проблема, которая столько обсуждалась, что вот, а если там туда пойдет квант, не бегут ли горячие электроны, здесь она снимается. Потому что дельта больше, чем H омега, и никакого шанса туда забраться квази-частицам нет. Поэтому это будет работать в очень простой схеме. Один переход, один абсорбер, одна индуктивность. И если мы делаем один переход, мы в 4 раза выигрываем в объеме материала, потому что тогда он будет по площади в 2 раза меньше, чем бывший переход. Ну, когда 2 последовательно, мы должны, соответственно, больше делать. Вот, вот такая система есть, ее нужно было вставлять. Ну, там некоторые иллюстрации идут, как тяжело нам будет забираться на... А нет, это как, где создавалась эта концепция. Это, соответственно, мысль пришла во время подготовки к квазилобит в Норвегии на высоте вот это, от 570 до 1032 метров. Это полезно лазить в горы. Особенно когда вот на этот подъемчик видят перевал 1032 метра. Но как на кросс-кантри на него заберешься, то сразу все очищается внутри. Вот, короче, вот первая концепция, которая предлагается. Значит, мы вставляем наш баллометр в кросс-слот антенну, в каждое плечо. И кроме того, что было раньше, вот показана частотная характеристика, которую мы с Сашей Соболем посчитали. Вот, кроме этой характеристики, значит, если мы вставляем такой баллометр, то он, соответственно, вырезает более узкую полосу, ту, которую нам нужно. Там 20%, 30%, 15%, как Лиса спрашивает. Ну вот, с совершенно реальными параметрами, значительно более коротким абсорбером, соответственно, чем это было для сверхводящего, просто если мы взяли геометрическую индуктивность. Вот. Ну вот другой случай, дальнейшее развитие, если мы ставим два баллометра с разными частотными характеристиками, то получается, что мы можем реализовать эти резонансы и выделить эти частоты. Вот сейчас задание ИСА после некоторого обсуждения и согласования – это совместить 75 и 105 ГГц. С одной стороны, мы ушли вниз, но с другой стороны, наверное, метрика будет здесь проще и легче. Может быть, мы значительно более эффективно сможем изучать эти вопросы на этом уровне. Вот. Ну вот дальше следующее развитие. Мы можем, допустим, брать уже стандартную цепочку 2D-Array и вставлять то 75, то 105, то 75, то 105 ГГц и таким образом выделять. Это то, что мы называли редкое или другое название, спас. Вот, такого типа. Можно вставлять и по-другому, вот как было показано в предыдущем слайде, оба баллометра в каждое плечо,
Да, это будет полностью использованная площадь, Dance Arrange, ну и видно, что уже это работает. По любому пути можно идти. Ну вот теперь я начал прикидывать, что нам нужно делать, как нам нужно делать, где нам нужно делать. Вот давайте пройдемся по этим пунктам, если у кого какие-то есть соображения, тогда обсудим. Значит, задание. Начать с 75 и 105 ГГц. Дальнейшее расширение неограниченное в любую сторону. Вот, кстати, фильтры эти даже, вот если мы начнем делать на одну частоту, это просто вот фактически бэндпас фильтр, который мы сейчас с таким трудом получили наконец из Кардифа. И вместо того, чтобы мучительно его получать, мы просто ставим наш баллометр внутрь, и мы выделяем эту полосу, там, ту, которая нам нужна. Ну, с чего начинать? Начинать нужно с Ньоби и Н. Ну, есть несколько вариантов. Мы, значит, Чалмерсы делали с Эрнстом Отто, но там еще есть, сейчас он не очень в пределе, Володя Драгинский, который делает эти Ньоби и Н пленки. Вот, в этом смысле у него опыт есть, разные условия есть, измерение лямбда он не делает. Значит, Карлсруэ, там Костя Ильин есть, который делает прекрасные пленки, очень хорошо. Эпитексиальные. А? Эпитексиальные. Эпитексиальные, да. Отличные. Вот, то есть он очень, ну, собаку съел на этом деле. Вот. И я когда с ним обсудил на Таргетс конференции, он очень большой энтузиаст начать эту работу. С нами, причем просто вот вставлять эти пленки, вместе развивать. Ну, какая мотивация, какая движущая сила. Он очень хочет наладить себя лямбда-измерением. Это и совпало, у нас интересы совпали. И он говорит, есть несколько идей, начиная с простых идей. Значит, берутся две индуктивности, два кольца напротив друг друга. Меряем взаимную индукцию. Потом вставляем пластинус необиен, меряем взаимную индукцию после этого. И оцениваем, какая лямбда и какое ослабление из ослабления. Вот, ну и он как бы готов. А умеет же собственный контакт делать у него? Умеет. А так ну, просто когда клевое дело взял, здесь искренне дело вставил туда, и это делал, это очень тривиальные вещи, лямбда считается. Да, сейчас здесь искренне, и все, от температуры меняешь, меняется лямбда, и просто после этого восстанавливаешь. Ну вот это как раз мы это делали, мы это делали, клевое дело. Жень, ты микропластовый, нет еще там пенки? Нет, вставляешь кусок пленки прямо здесь искренне, в кольцо. И индуктивность будет меняться. Период его осцилляции. Ну, потому что лямбда меряет. От температуры, да. Лямбда от температуры просто. После этого пересчитываешь индуктивность. И все. Мне кажется, что микропластины, наиболее чувствительны. Нет, возможно, много способов. Я говорю, что один есть такой, который просто я сделал. И это просто даже опубликовано. Давным-давно. Так, давайте запишем. Ну, первое, что звучало индуктив. Да, просто измерение индуктивности. DC-сквит. DC-сквит, да. Если нужно, я пришлю просто статью, в которой все это описано, как это делается. А там была мотивация вот какая. Когда D-Wave открыли, DC, там проблема была, что там лямбда ведет себя аномально. Mm-hmm. И начали думать, как ее померить. И вот мы это реализовали. Это, ну, да, прекрасно. Это тривиальная вещь. Там ничего делать не надо. Сделаем по нашей методике битву кривые, так сказать. Да. Ну ты сейчас статьи Хенкельса вышел. Ну хорошо, ну конечно я не первый, я не говорю, что я придумал метод. Метод не я придумал, метод продали как ITC. Для ITC, вот это было сделано на ИТКО, это все, но я хочу сказать, что метод реализован, но еще проще, одиночный контакт с резонатором. Какая-нибудь частота просто ползти будет. Может быть. Одиночный контакт с резонатором. Метропластовый резонатор, у него будет всегда Джеймсонский на вахе резонатор. Ну, да, который, а ультраполоски очень сильно зависит от лямбда и его индуктивности, то есть постоянно распространение. Mm-hmm. Сейчас микрополосковый или делать Джеймсонский переход длинный такой? Или нет, микрополосковый. А, микрополосковый. Ну, хотя длинный Джеймсонский ход тоже можно. Ну, тоже сам по ступеньке физически. Длинный можно, да, длинный можно делать. Но длинный там дефектность. Но это когда уже лямбду знаешь, чтобы емкость перехода вычистить, нужно длинный Джеймсонский переход изготавливать. То есть там сначала лямбду измерил с лидом, а потом емкость перехода на квадрат. То там везде паразиты есть. То есть у холостое перекрытие будет длинное, переходы манифицировать. Да, в этом смысле. Холостые перекрытия именно слабо влияют, мало шансов. В этом смысле более простая интерпретация. Она три из всяких переходов.
тоже. Без перехода будешь, так что вот смотрите, да, здесь никто не мешает, да, когда никто не мешает. А никогда, нет, вот я хотел сказать эту мудрую мысль, правильно. То есть, конечно, надо оптимизировать под те задачи, которые нужны. Да, просто, я понимаю, идеал отличается. В хай-ти-си что хорошо, там от 90 до самого низа идешь. Здесь-то все-таки не OBM, значит, будет, если он такой тоненький, температурное распределение гораздо меньше, может, и жалеть. Нет, это надо просто подумать. Я просто сказал, что можно, но что удобнее. Хочу, да. Может, Сереж, твой метод и удобнее здесь, я не знаю. Может, он будет чувствительнее сейчас. Не, ну а я с ним работал. А там было ничего, кроме батарейки, не надо. И там здесь учесть то же самое, то, что сквит осциллирует, это тоже реально, там ничего не нужно. Он же собственный, да? А вот это, кстати, может быть цель. А это вот же перевод с резонатора, это вот собственно период батарейка с резистором осциллатором. Все есть учитель в любом. Ну да. Давай, будем собирать. Наш очень хорошо разные методы основания, что нам наиболее эффективно заработать. Вот, ну дальше, если вернуться снова к технологиям измерения, дальше с кем я говорил, Валера Кошелец. Он тоже рад и готов в этой программе участвовать, и тоже интерес есть к измерению лямбда. И он говорит, даже более того, вот у него уже есть как бы layout, вот, готов для разных структур, которые могут быть использованы для измерения лямбда. Ну, говорит, ну не хватает, вот, кто бы взял. На прошлой неделе у него дипломница защитилась, и это один из основных моментов. Был, да? Значит, дошли. Он говорит, нужен студент, который бы взялся. Вот могу переслать. Да, пишите, пожалуйста, будем собирать это дело. Тем более, там листы хорошо. А, Кирилл, он только измерил, но дипломе у него еще не держится. Не вошло? Не вошло, да. Ну, материалы-то есть. Вот, ну да, и наконец вот Дидактический институт Григорий Наумович, или то, что вчера нам, соответственно, Карпов рассказывал. И ну, вот это, соответственно, тоже можно по спиральным антеннам. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что если вы собираетесь, или мы собираемся вот, использовать именно вот индуктивность вот, как бы настраиваемую в виде полоска, то на самом деле САШные структуры ближе всего к этому. То есть параметры лямбда, та же самая индуктивность, могут модифицироваться из-за контактов с диэлектриками и прочими интерфейсами, там, вот, скажем, там, с квидах. Там очень важно, там очень важно, чтобы однородные пленки были. Если они дефектные, да, это лямбда перенормирует, это тоже факт. Как правило, пленки с краю, дефектные. Да. И поэтому лямбда не... Вот это надо, с этим надо разбираться хорошо. То есть из-за дефектности лямбда перенормируется. Мне кажется, что да. Ну, если мы в какой-то, с какой-то степени точно. Да, зависит от пропорции, так сказать, этих пленок. То есть мы вот сейчас собираем, так сказать, данные по ширинам этих пленок, по характерным размерам, и развивается, так сказать, теория по этому поводу и, так сказать, эксперимент. Самое адекватное будет, тоже мешает, тоже мешает взять от разных производителей пленки. Да. Да, это, конечно, даже ненавистно делать и сравнивать, а их просить держать. А лучше от того же представителя, который будет мало переделать. Ну там все, просто меньше шагов будет, быстрее шагов. То есть, да, нет, ну вот первое, это Володя Дракинский, он тоже готов напылить пластину. Говорит, не мерили лямбду, он тоже интересуюсь. Вот. И видите, все это самое здесь, как я смотрю, в основном это... Ветви, соответственно, в лаборатории Григория Наумовича. Все. Саша тоже. Ну, все как бы это, ну, разветвились в разных направлениях. Саша, ты что думаешь про эти Костины пленки? Ты же с ними работал? Конечно, работаю. Но вот Константин Ильин и Макс Мекбах, они выращивают замечательные эпоксиальные пленки, не убиен. И это возможно потому, как они с горячими подложками работают. В то время как вот в других местах не очень любят растить пленки при высокой температуре, там, при 700 градусах. Вот, например, у Кошельца пленки не убиен на холодные подложки выращивают. И это плохо. Значит, и это плохо, да. Ну вот нам показывал Григорий Наумович, так сказать, сечение своих пленок, там довольно порядочно. Да, другая технология. Ну там, я, честно говоря, не знаю, на
холодной или горячей подложке это все. Ну, потом на кремнии, то сильно не нагреется. Ну, вот до скольки градусов? Если он до 700 градусов греет, то это горячий технолог. Да, но на кремнии. Да, зато на сапфире можно замечательно его нагреть до оптимальной температуры. А сколько? А на кремнии плохо греется. 900 градусов. Ну, сапфир-то сказал, ну, достаточно хорошо. На кремнии они тоже там всякие пленки выращивают. Тринити на кремнии тоже выращивают. Лучше же, если это не сапфир, но там просто фаза, Макс Мегбрех мне показывал диаграмму эти роста, и там область, когда на кремнии эпитексиальный рост реализовывается, она как-то меньшую площадь занимает. Вот постоянно решетки отличаются, поэтому ну, там набегает дефект. И он рано или поздно, набежав, так сказать, порвет эту. Ну да, там скорость роста. Кстати, насчет надежности все вообще. Вчера пытался все тестировать этот вопрос, всем задавать. Какую толщину делать? Мы работали раньше, ну у нас как бы примитивная система была этот свитч, мы работали с 20 нанометрами. Григорий Наумович и Саша, они работают, соответственно, с 5 нанометрами. Вот. Это трики, конечно, на пределе, но получается у них после большого опыта. Но нам как бы особо не нужно. Но вот если бы 10 или 15 нанометров, я думаю, нам было бы оптимально. Но и вот вопрос комбинации надежности и параметров. Ну, производимость. Дело в том, что упорядоченность таких снимков довольно центральным является вопросом. У Кости не знаешь, что ты производишь. И толстый не убили, и тонкий, то есть не толстый, не давно смыслить тонкий. Если пленки воспроизводить, лучше придерживаться той технологии, которая тогда с воспроизводительным. А тонкий, скажем, тонкий, это вот 10 миллионов. Да, то есть не то и другое. У Ильина и то, и другое. То есть вот Макс Мегбрех рассчитывал. Да, не любой раз, сколько переходный слой, чтобы он дефициальный стал, там же есть вот, переходный слой. Да, там, собственно, была существенная проблема, чтобы на одном чипе были тонкие ингредиенты и вот толстые объединить. Вот Макс утверждает, что проблему он эту решил. Это часть его... То есть тонкий тоже индексиально утверждают, да? Тонкий тоже. Но у меня как-то вот после аккумуляции всех свечей информации, так цифра вырисовывается 10-15 нанометров. Ну, нам неохота очень толстую делать. Там, во-первых, лямбда будет, конечно, спадать. Во-вторых, еще просто из-за того, что... Да, но лямбда не только спадает, там лямбда на D делится, лямбда спадает на D, то есть мы проигрываем этот параметр. Вот. Ну, кроме этого, мы должны дальше абсорбер на это дело пылить, чтобы он навязал, но неохота его раздувать. То есть 10 вообще было бы оптимально, вот если 10, я думаю, это то, что нужно. Ну, вроде, судя по всему, если там 5 уже получается, то 10, наверное, должно быть. Нет, должно получаться, естественно, но у тебя лямбда будет насыщаться по мере повышения толщины. Да, то есть она будет. Да. Потому что у тебя там, когда ты идешь на тонкие пленки, там есть своя динамика из-за того, что ты приближаешься к оси. Ага. А, так сказать, там есть, ну, когда тебе нужно, так очень большую индуктивность, здесь есть чем поиграть. Но когда ты увеличиваешь толщину, то у тебя лямбда будет приближаться там к 200 примерно. Uh-huh. 200-220, значит, но дальше она будет мало зависеть от толщины, если ты идешь там на 4. Может, в таком смысле у тебя будет более контролируемая ситуация, если сделать вот 10-20 в этом диапазоне. Mm-hmm. Понятно. Ну, я вообще говоря, вначале расчеты делал на 20, а потом начал думать, смотреть, может быть, уйти немножко поменьше. Потому что, ну, один из факторов, если мы 20 делаем, мы должны следующий абсорбер делать 25. Mm-hmm. Это уже многовато все-таки. Ну, вот, хотелось бы, может, чуть-чуть иметь свободу. Или так. Ну, вот 15 или даже вот 10. Наверное, можно попробовать. Ну хорошо, да, начнем действовать, может быть, вот примерно такого порядка. А пленка, похоже, что ее надо первым слоем.
горячий первичок, все, чтобы чисто было, потом интегрировать. С интерфейсом там все нормально, будет с контактами. Да, ну, в общем, дело, она не окисляется, в чем ценность, то есть так уже можно дальше сразу к ней контактчик привести. Ну, хорошо, значит, лямбда менеджмент мы тоже обсудили, спасибо за вклад, и я тогда от всех жду, может быть, информации. Если вы определитесь с кем вы делаете, то мы с этим человеком можем измерение провести лямбда вот там температуры, то есть, исследовать. Измерение ты можешь здесь у нас проводить. А, вот то, что обсуждали. Нет, ну можно делать наоборот, что если опыт, допустим, использовать, если метод пойдет, то его делать. Ну, мне кажется, это простой метод с индуктивностями. Для пластин хороший. Мы ничего не должны делать. Только напрямую сразу можем мерить. Может, тестирование будет хорошее. Это прямо здесь. Знаете, у меня есть такое предложение. Если мы решили не бегать, а добежать, да, то в этом смысле, да, может быть, да, как бы минимизировать количество шагов и просто брать, вот, скажем, геометрию пленки и прямо вот взять, заказывать Саше там, на его установке, которая уже работает, значит, по пленке конфигурации близкой, полоски той близкой конфигурации, которая используется здесь. И прямо он сделает в этой конфигурации резонатор и померит вам через неделю после того, как они будут изготовлены. И это будет уже иметь прямое отношение к самому топологии балометра, а не индуктивности вообще. И так далее. Потому что после того, как пленка обработана, большая пленка, она может быть немножко одна, да? На чуть-чуть другом материале как-то еще. После того, как ее обработали как-то, у нее там что-то с краями немножко не то, как-то индуктивность убежала. А здесь, если вот сразу заказывать, это сразу убивает шаги, повышает релайбилити намного, вот, просто Я не хотел никого видеть. Наоборот. Не бежать, а добежать. Не бегать, а добежать. Мне тоже понравилось. Как? Не бегать, а добежать, да. Я забыл упомянуть одну вещь важную, что нас включили сейчас в этот пропозал, но на очень жестких условиях, к сожалению. Это вот как в дикой природе. Знаете, когда там, да, берутся олени, победитель забирает все. Для начала с нас собрали немножко, уменьшили сумму поддержки, там где-то 50 тысяч евро на технологию. ИСА сказала, вы не можете за эту малую сумму делать два демонстратора. Демонстратор должен быть один. А мы были в таком раздрае, как сейчас решить, кто. Ну, вот, они организаторы, вроде там моя концепция более интересная, но они там, Манчестер начался. Но мы договорились с ИСА, что мы делаем вначале полгода только оценки, расчеты и представления результатов. То есть потом через полгода они решают, кто остается делать демонстратор. И, соответственно, когда тот, кто остается демонстратор, он получает деньги, он говорит, не самое главное. Он еще, вот, кстати, все группы, вся Европа начинает работать на него. То есть кто-то расчеты делает, кто-то там с телескопом стыкует, кто-то еще чего-то. Ну, просто вот один объект становится. Представляете, как мы в какую вот, уровень и пекло сразу вырвемся, если мы там будем и начнем дальше работать, мы действительно продвинемся дальше. И ответственность тоже. Кстати, да. Ну и дальше, если мы покажем, что все работает и все идет, то мы сможем начать завоевывать эту фокальную плоскость. И там опять же, как в дикой природе, то может быть и всю будет завоевывать. Представляете, сколько там всем будет работать. То есть если мы там влезем, это же вообще необъятный край. Шкуру только не содрали за это дело. Нет, я объясняю условия игры сразу. Вот. И то, что нас в этом деле привлекает. То есть даже если мы просто начнем там работать, это будет, конечно, колоссальный и огромный опыт работы с ведущими организациями. Хорошо. Ну давайте тогда вот мы как бы это посмотрели и дальше в рабочем порядке начнем смотреть, какие варианты нам лучше и что будем мы двигать дальше, как развиваться. Так а может прямо в этой топологии, которая нарисована, и сделать тестовую структуру, сделать там туннельный переход типа СИСа на том же Нитрит-Ниобе, вот, и тогда там уже смотреть сразу и резонанс живьем. Ну, ты знаешь, я думаю, что... Потому что нас интересует, в конце концов, резонанс и увидеть, попали мы или не попали. Тут мы сразу
сможем сделать коррекции размеров с тем, чтобы... Ну, потому что дистанция короткая, а так, ну вот мы какую-то сделали топологию размер, мы увидели, что резонанс у нас на частоте там не 90 ГГц, а 85. Да. Мы так сразу и подкорректировали. А за счет лямбды это, за счет длины? Нет, даже лямбда нужна для изначальных оценок, какую нам делать длину обзора. Правильно. Так нам нужно в итоге не лямбда знать, а резонанс подстроить. Вот какой получился, какой он есть в этой пленке, он дан от Бога. Нам нужно в конце концов откорректировать длину. Лямбда она не изменится. Нет, ну смотри, то, что ты говоришь, оно исключено. Оно включено вот на этом этапе. Нет, ну не надо делать какой-то дополнительной топологии. Опять лишний шаг. Когда в этом смысле мы возвращаемся к изначальному предложению Ильина делать индуктивный способ измерения лямбды. Вот топология, которая нарисована, в ней сделать сразу переход туннельный Джозефсоновский, ну то есть сис-переход, и на нем уже смотреть, где там резонанс будет, уже конкретно. Так, ну сис-переход это опять же будет косвенная вещь. Как косвенная? Нет, косвенная. У сис-перехода максимум тока, если максимум проводимости в этом во внешней цепи. Ну, то есть резонатор, который если резонатор есть, а емкость откуда возьмется? Как? Емкость этого самого туннельного перехода и будет. Ну а теперь эта схема, извини, она не является высокодобротным резонатором. Резонанс, а вот который, он какой будет, такой будет. Здесь же требуется 15% класса. Да. Это предполагает довольно сильную связь с нагрузкой. Те резонансы, которые на вот это была в СИСах такая тема замечательная. Приходил человек, который знал, что такой есть Джозефсоновский переход. А потом говорил, я меряю резонансы на моих СИСовских этих самых чипах, особенно не вставленных ни в такой смеситель. И дальше, значит, у меня вот будет на этой частоте он замечательно работает. Представляю себе, что, во-первых, это же достаточно широкополосные схемы, резонансы вне рабочие камеры там сдвигаются, во-вторых, резонанс происходит совершенно не на той частоте, на которой он будет работать, а потом они являлись с этими СИСами на публику, и они у них работали криво и косо, потому что они мерили одно, а нужно было совершенно другое. Так вещь. Вот и нужно мерить в той самой так системе, нет, какой она так сказать, работать. Но этот резонанс не соответствует той частоте, на которой надо работать реально, потому что там, где у тебя происходит резонанс, работать не нужно. Положенные вещи. Ну, Саша, это можно перенести в кулары, но у меня нет противоположное. Практически. Ну, желательно взять структуру. Вот абсолютно кажется, не по резонансам в СИСах, а, так сказать, должен быть просто непосредственное измерение. Так мы же не просто есть данные, где резонанс просто переводится в тест-респонс, они совпадают. То есть вот это самый резонанс на частоте. По максимуму... Тест-респонс максимум. Нет, там разрезанная будет слишком физически, ты умрешь, так сказать. Это очень узкополосная схема, когда не умели делать хорошие... В скобочках писать, сколько это времени может занять, сделать каждый тест. Вот индактив. Это просто опустить в тюаж и померить. Один день. Вот. Ну вот для остальных тоже нам нужно, когда вот, будем собирать информацию, прикидывать, сколько времени будет это занимать. Липстик. Да. Ну, час. Ну, сразу. Не, ну, если пластину все, то бипстик тяжело может так и остаться. Все-таки день. Какой? А? Бипстик, так сказать, да. Большой? А, ну, может быть, да. У нас там, наверное, будет это ключевый, да, бипстик. Один день, один час. Угу. Это хорошо, потому что, на самом деле, действительно, у нас будет много повторяться этих циклов. Ну,
много циклов будет повторяться. Ну и чтобы нам не затягивать дело, чтобы можно было что-то быстро делать. Но я не знаю еще точность этого метода. То есть как-то видение такое, что вот если мы сделали пластину, конечно, хорошо бы вначале использовать метод, который быстрый, quick and dirty. Я не знаю, сколько он точно, просто я на всякий случай говорю. Но померить уже мы будем знать, что из этого делать. Уже мы можем даже прикидывать, какие там размеры индуктивности нам понадобятся. Потом, если мы сочтем целесообразно, конечно, хорошо развивать нашу культуру измерения, получать более точные вещи. И вот какой-то один из этих способов можно использовать, тоже выбирать, исходя из точности, времени затрат и, соответственно, эффективности. Ну вот, давайте так смотреть и комбинировать методы и вещи, чтобы потом приходить вот сюда. А здесь, ну, на первых тестовых чипах, я думаю, что мы можем просто делать вот эти вот болометры, допустим, на 75 ГГц только. И у нас 16 контактных площадок. То есть мы можем 8 структур сделать с разными длинными абсорбера, то есть индуктивности. И я думаю, пойдем куда нужно. Потом уже можно сужать вот этот диапазон тестирования. Вот, ну вот давайте здесь посмотрим. Значит, дальше мы двигаемся литография, то есть это потом прямая литография, чистка, травливание. Ну, наверное, нужно делать уже там, где будет и делаться сам болометр. Ну, фабрикация болометра. Сейчас у нас пока Чалмерс основное место. Я надеюсь, что с осени уже там все последствия будут здесь готовы в НГТУ. Соответственно, имеется в виду фотолитографически, чтобы уже можно было хотя бы в каком-то примитивном виде это делать. А видите, здесь частота уже пониже, поэтому площади будет побольше, уже будет более эффективно, если мы используем фотолитографию. Вот. Ну а так уже сейчас можно делать тем местом, который мы достигли. То есть все литографии и слои делаются в Чалмерсе, последний слой, соответственно, проявляет, засвечивается, и потом проявление и чистка уже где придется, и напыление здесь в МГТУ прямо. То есть таким образом вот можно действовать. Вот. И потом можно по очереди 75-105, и потом уже комбинацию. И вот где и как мерить. Вот, значит, ну, в Чалмерсе у нас все фасилити, там и все перекрывается, там от диапазона. Нет? А чего? Нет, есть только точные источники. Это в Москве у меня. А, это в Москве, я помню, ты где-то показывал. В Москве линейка этих пакетированных ловов. Да? Ну, может быть. Нет, ну на 105 ГГц, это же какой-нибудь аджилентовский купить источник, это не сильно дорого, все полпроводниковые есть, у нас в ФМИ есть. Да. Это как раз такие частоты, с которыми мы. Ну вот, может быть, мы где-то сейчас просто достанем, чтобы не связываться с покупкой. Но все-таки, наверное, не очень дешево. Ну, давайте с Ваксом поговорим. Давай. Не, давай, если такое вот, чтобы сделать, может, в рамках проекта. Хорошо, ну вот так, условно говоря, чтобы перекрыть этот диапазон, где-то там от 50-60, ну, до 130. То есть речь идет о том, чтобы взять займы, просто померить и вернуть, да? Ну, типа этого, да, на пару лет взять займы. Приживается хорошо. Да. Миш, ничего нельзя из РЭ там. Ну там же еще и блок питания можно к нему, то есть надо думать. Ну подумай, заманчиво было бы простые тесты делать. Потому что так дальше по проекту, когда он начнется, вот, нам, конечно, нужно делать заранее, да, что там начнется, какие-то примерки делать. Потому что если мы начнем делать, когда проект начнется, ну всегда все затягивается, это почти точно мы проиграем. Да-да, то есть нужно сопережение действовать. Вот тогда предполагается, что измерения будут уже в Риме, в Паузе. Шмидт он ФФО делает, нам уже штата, да? На 75 вряд ли. Да. Хотя нет, почему? На 75 и 105. Нет, 75, 105 это чувствует диапазон одного пучка. Если чувствительность есть, то положено. Как раз они должны там все плавно, там никаких генераторов. Для того, чтобы какие-то резонансы просто мерить, может быть, можно измудриться, сделать что-нибудь попроще. Просто это, не можем знать, какие там будут мощности, но поскольку вы сказали, что да, там вроде мало, ну, тут идея какая, как можно ближе к конечному результату систему делать. Вот, я в этом смысле приветствую то решение, что вы считаете, что там емкость адекватная, индуктивность, сразу смотреть на контакт. Я считаю, что хорошо. Это шок-кап. Хорошо.
Главное, хоть что-то есть, вот видим. Там хорошо, мне кажется. Если шкуру будет драть, то шумка отрезать, да если вообще... Ну, мы если мы будем держать серию вот этих вот резонаторов, но на разные частоты. Мы все будем примерять, ну, поймем даже, если он там не очень добротный, словно говоря, да. Вот, это будет очень ценная информация. Ну, хорошо. Ну, если поэтому нет больше никаких соображений, вопросов... Кстати, у нас уже есть генератор. Да? Вот тоже будем снимать. Вот осень, опечатка. В слове осень, опечатка. Вот fabrication, да. Осень. А, атомная. Фотография. Вместо all you, и все. Так, начинается получение. Нет, что я просто предложил. Спасибо. Я забираю все предложение. Это очень ценная коррекция, что именно осенью делать. Спасибо. Вот, ну что, если здесь по этому вопросу нет больше у нас соображения, то уже так хорошо проаккумулировали, дальше будем. А что там внизу желтенькое, на серых блоках? Это тайный план. Надо расстегнуть секретное приложение. Вот это сейчас будет, не будет? Не важно, все, мы посчитали, что измерение... Измерение 50-130. Все. Мне там тише. Ну, тоже с собой западение там все полностью. Все, тогда едем дальше. Да, измерение. Но то еще, правда, добавляется, что нужно эту спираль изготовить. Изготовить. А сколько это займет? Ну, проблемы, там можно разные сложности сделать, можно попроще. Как раз то, что я делал измерение, показывали относительно простые, чтобы шкурную спираль. Надо делать той шириной, которую у вас будут полоски. Слушай, а еще вот такой вопрос, что если у нас есть целая пластина, мы как от нее часть пожертвуем? Ну, может, локально поймать. Туда дипстик. Надо пальцем сразу. Интеграфера надо делать. Какую штуку надо сделать? Интеграфера надо делать. Как пластину прямо на это спускать? Ну, либо можно сделать, как Сергей вот советовал, использовать такие структуры, как вы хотите. Хорошая штука была бы. Размеры, ну, как следует, то же самое в системе. Связь идет через молодежь. Можно привязаться к какому-то резонатору, который пишет. Понятно. Ну хорошо. Бесконтактный способ тестирования сверхпроводящих резонансов. А, все, может все становится видно. Так, Олимпа. Ну вот здесь некоторая программа по Олимпа нарисована. Давайте по ней пройдемся, что делается, что нужно делать. PC Simulation. Ну, я в основном им занимался. Ну вот Аня тоже уже готова. Газ двухразмерной цепочки начинается, там вообще вариантов много. Вот, по-разному их соединять, и разные параметры, там есть как бы работать. Вот, RF Simulations. Ну вот здесь очень хорошая ситуация складывается, что мы начинаем разные методы сравнивать. CST, HFSS и Marugin его, как он, CST называется. Ну вот же Леновский какой-то, не помню. Да. Что-то на С начинается. Вот. Ну, соответственно, это хорошо, или все методы будут. Зимакс. А? Зимакс. Зимакс, да. Ну, это птичь такой. Ну, вот. С элементом волновой. Все, мы здесь как раз обсудили, и очень хорошо последний опыт был очень плодотворный, когда мы эти редкие цепочки сравнивали в разных программах, но везде получили примерно похожие результаты. То есть можно двигаться дальше, и потом будем конкретизировать размеры, и тогда всем рассылать и смотреть, что будет. Вот, Fabrications. Ну вот у нас, к сожалению, сейчас Саша и Аня уехали из Чалмерса, немножко подвис,
кстати. Вот, пожалуйста, вот тут привезли сюда. Можно здесь подумать. Нужно? Нужно, да. Вчера же Рудовичев нас спрашивал. Прямо это, горит желание. Просто уже дальше будет. Было очень успешное начало вот этой новой методики, когда, ну, пока сегодня здесь мы делаем в основном вспомогательные все процедуры в Чалмерсе и экспозицию. И здесь только уже окончательное изготовление образца. Ну вот здесь Леша Шишов проявил инициативу и желание в августе приехать и продолжить линию по изготовлению. Вот. Ну еще там есть неудомимый Сумец, который тоже делает образцы, вот, которые тоже сейчас можно с ним договориться, потому что, кстати, Рим очень у нас это, сильно стал спрашивать. Давайте дальше продолжим, следующие образцы, чтобы двигаться дальше. Вот. И как раз то, что им нужно, у нас образцы есть. Я скажу, по их измерениям они сейчас получили великолепные результаты по отклику на высокоэнергетичные фотоны. 0,5 микроэлектронвольт и так далее. Разные методы использовали. Вот. И они мерили наши образцы. Ну, образцы работы, в смысле, на отклик. Но они мерили запрос под антенны, и у них нет линз. Они просто смотрели отклик. Поэтому отклик получился не очень большой, как и должно быть по всем 90%. Но то, что нет линзы, это не влияет на X-ray. То есть, соответственно, чувствительность к X-ray — это значит то, что везде вырисовывается и докатывается. Вот, они сейчас хотят дальше новые образцы, которые как раз вот сейчас, мне кажется, эти большие рейвы будут хороши тем, что а, они дадут больше отклик, и б, это то, что у них площадь побольше все-таки. То есть у нас стала обратная задача. У нас болометр слишком хорош. Ни одного глитча не видно, этого всплеска. Ну там хоть какие-то глитчи, чтобы увидеть. Он очень маленький по площади, он очень тонкий, всего там 10-15 нанометров толщиной, и поэтому он очень нечувствительный. А одновременно чувствительность у нас есть? Да. То есть вот в одном эксперименте? Да, да. Ну вот они как раз проверяют. То есть чувствительность в той частоте, в которой нужна, высокая? Да. И но запах-то на сколько? Ну, я не знаю, просто здесь как-то, ну, может быть, все. Да. Нет, нет, они единственное, что вот меряют без линзы, поэтому у них эффективность слабая. А дальше все работает, и не видит, все нормально. Ну тут может какие-то один логическую связку нет, то есть надо все-таки с линзой мерить, чтобы была уже. Потому что там могут быть какие-то эффекты. Ну мы им сейчас ждем Рэй. Рэй вдвойне лучше, тем, что у них респонс будет очень хороший, а уязвимость к X-ray тоже возрастет. Потому что нам все-таки нужно достичь уровня, когда, ну хоть что-то мы увидим, мы докажем, что в принципе есть эти гличи. Они оценивают это cross-section и так далее, действительно получается, что очень редкие явления должны быть. Но еще лучше, когда они станут, ну, как-то видимы, тогда мы совсем мы докажем. Вот. Так что вот сейчас вот мы рейм уже послаем, я думаю, Сумми даже послал сейчас. Так, едем дальше. Оптические линзы. Здесь у них в процессе изготовления. Ну, фан, да? То, что ИПФАН делает. ИПФАН, да? Кремниевая. В этом речи? Ну да. Ну я просто условно написал. Ну да, да. Да. Хорошо. Вот. Ну хорошо, там хотя бы дело идет. Слав, когда ты думаешь о ней? Нет, ну смотри, одиночные линзы они уже просто делают, и он у Панкратова, да, какая-то лежит, и тут у нас он валяется у столом. Но а сейчас они ждут, когда Евгений Борисович притащит пластину, чтобы наточить на ней 25 штук. То есть вот то, чего Барышев вчера показывал, он, конечно, показывал супер, у него там какая-то лазерная травилка, да? Mm-hmm. Вот, у нас немножко по-другому. У нас есть хороший этот вот пятикоординатный обработочный центр, на котором они научились делать эти пупыри. Вот, ну, вы видели там вот, кстати, она где-то тут вот лежала, последняя поделка. Mm. То есть, в принципе, там сделать два десятка на этой пластине можно, но вот, может позвать Евгения, когда там нам обещают их, он там в соседней комнате сейчас сидит, когда нам обещают эту пластину. Потому что как только эта пластина придет, ЧБУшные станут запускаемые. Слав, а с пеканием из порошка не пробовали? Да нет технологии, понимаешь? Mm. То есть, как бы, всегда важно, что у тебя есть в руках. Mm. Вот у них есть эти вот хорошие технологии. Они предложили это. Ну, ну, может, вариант, можно делать матрицу, скажем, там, из каких-то калиброванных шарикоподшипников, например, там, ну, не шарик, ну, в смысле, они же очень там до микрона.
делать матрицу, потом по этой матрице порошковое стекание делать, или эпоксид там даже. Ну, эпоксид там, там может потери быть. Как тут формировать пластиковые. В температурах эпоксид все как-то понятно. В нижних температурах, ну почему? Есть классический стайкаст. Живет, что годами и что с ним делается. Да, кремниевый порошок или сапфировый порошок, я не знаю, какой там бывает. Там, то есть полиэтилен высокого давления делаешь? Не, ну там, ну полиэтилен это полиэтилен, эпсилон другая. В этом смысле антирефлекшн коутинг можно тоже точно так же делать. Матрица одна побольше, только в диаметре вообще чуть-чуть больше, и все, и прям штампуй, и все сколько хочешь, дешевизна будет безумная. Даже дефектность, если будет, наверняка будет, можно будет. Ну, то есть здесь как бы было бы желание кого-то этим заняться, потому что... Ну, Сережа, наверное, ну, просто невозможно все сразу объект. Нет, просто, конечно, в одном. Вот если есть у меня технология в столе, быстро сделать. Если ее собирать из чего-то, как тоже, если быстро можно собрать, хорошо. Да, ну, вот, а если все, я не обладаю, трудно. Так разумно все. Да. А скажи, что они вам уже сделали? Да, пластика делали, они из кремния делали. 25 делаем. Они сделали 7. У них был размер подложки, позволил сделать 7. Вот они 7. Ну, за рубашку типа того, что я оставил. Да. Но только эту рубашку сделали не за веточник, а сделали на одной. Я понял, да. Да я видел, это валяется, она где-то. А тут надо. Вот не устали, если она лежала вчера. Она лежала, да, где-то здесь ее в руках, в общем, держав. А, так вот, Саш, ты прям с ней живешь, да. Это вот, это их отработка. И качество поверхности как приличное? Да, вполне. Алло. До двух. А есть измерительная, это самая такая со щупом, вот это не то, есть такая штука, которая просто меряет эту поверхность, идет щупом и меряет. Есть такая? Давайте чтобы посмотрели. Давай. Ну хорошо, как настоящий выглядит, почти как в этих. То, что мы обсуждали на предыдущем собрании. Да, вот это реализовалось. Что-то хоть реализуется с того, что мы обсуждали. То есть разговор был, а да. Так он как-то тихо потом. Хорошо, поехали дальше. DC оптические измерения. Chalmers. Сейчас мы их значит, одиночный, на одиночный разрез. Я здесь выписал наши основные задачи. Первое, это нужно нам наблюсти фотонный шум и проверить свойства нашего баллометра по отношению шума, то есть то, что называется Photon Limited Detector. Вот. Этот процесс идет, уже начались и симуляции, слава богу, дело сдвинулось. Мы вылезли из совсем глухой дыры, и правда, когда вылезли, обнаружили, что как, там еще не все до конца правильно делается, и хорошо, но процесс пошел, то есть люди увидели, что даже где-то иногда получается не очень далеко, подальше внимательнее. Вот, но уже хотя бы наконец мы начали все это дело делать, цель стала видна и будут оцениваться параметры и ну вот то, что, чему я активно всех призываю, рыбу призываю, чтобы такие эксперименты и сравнения с теорией кончались выводами, что в каком масштабе нужно менять, чтобы нам шум когда-то увидеть. Это касается и технологии, и дизайна, и прочих вещей. Вот, тогда я думаю, что все-таки в ближайшее время мы доберемся или до этого шума, который по теории всегда предполагается, что виден, какие параметры наши, или поймем, что ограничивается. Следующий этап это то, что все тоже интересуются и спрашивают, one of F-noise в CV. Потому что кому идем от шума. Вот он сейчас вам все расскажет, чего у нас, когда эти пластины поступят. Сейчас. Вопрос, повторите, пожалуйста. Сейчас я закончу и добавлю. Значит, соответственно, то, что все спрашивают, и то, что ну, сейчас у нас, может быть, он можно его покорябывать, но тяжело. Но если мы перейдем к этим испытаниям, там святое дело, его хорошо и тщательно мерить, потому что сейчас нам мешает еще шум усилителя, который нужно отделять от шума баллометра. А там будет, соответственно, уже чисто шум баллометра мериться. А вот такая сложная антенна, вы ее смотрели, как она себя ведет? Какая? Ну вот такая, все, вы уже объединили, сейчас все так. Ну мы и такую смотрели, только мы не кросс, ну так, кросс-диполь смотрели. Да, это моделировали и плотную, и редкую моделировали.
А из этих мы пока только сделали... Ну, конкретно, да. Конкретно эту мы не моделировали. Вы просто взяли, объединили как-то их... Вот это моделировали, скажем. Да, это моделировали. А если пристыковать, скажем... И некую решетку, но именно полосковую, да, которую я вчера показывал. Ну вот предполагается, что такая, когда мы полоски заменим на щели, то от этого ничего не изменится. Вот это надо смотреть все-таки аккуратнее. Ну здесь вот такие правила, я хочу, может быть, ну, прокомментировать. Да, да, то есть тут дело в том, что будет, в принципе, диаграмма направленности, если вы две поставите, у нее будет немножко сменяться. Потому что у вас точка возбуждения, симпат, она сдвигается. В смысле, от частоты или что? Направление, то есть, ну, фактически у вас как, ну, нет, направление просто излучение будет двигаться. Нет, там просто расстояние между соседними волометрами, оно много меньше, чем... Ну, просто разница между этими. Фазовая разница, это будет фазовый радиус двух лучей. Понятно, да. Вот оно... вашей антенной решетки. Нет, это все понятно. И в решетке могут быть боковые максимумы, как у любой интерференционной системы. Больше длины волны. А какая диаграмма направленности? Вот стерлитян вот у этой штуки, да. А у него какая вообще плоскость? Диаграмма направленности у такого массива, да, это не совсем то же самое, что диаграмма направленности у антенны. То есть, как я вчера рассказывал, так, она считается... Да, это просто нужно потери на отражение считать для плоской волны, падающей под разными углами. Вот это с единицей минус S1.1, да, параметр. И это уже будет, ее, в принципе, можно как-то нормировать, наверное, но... то есть максимум, там... То есть классическая диаграмма направленности, она в соответствии с принципом обратимости, то есть мы что-то... Мы возбуждаем антенну, и вот у нас, если мы проинтегрируем по всему пространству, должна получиться единица. А здесь вот... Похоже, что у вас нет ответа на вопрос. Нет, я просто говорю, что вопрос некорректен. Вопрос совершенно конкретный. Какая диаграмма направленности вот у этой конструкции? Куда уж конкретнее? Положись второму вопросу. Широкая диаграмма. Нет понятия диаграммы направленности. Есть понятие диаграммы рассеяния плоской волны. Давайте так говорить. Диаграмма, да, рассеяния. Да. Это S-параметр, да, как классической, да, передающей, да, линии, только которая имеет воплощение квазиоптической. Нет, да, диаграмма направленности такой штуки довольно простая. Это у вас, так сказать, что-то близкое к косинусу. Апертура плоской волны вот этого размера и создает диаграмму направленности. Да, ну косинус квадрат, да. Ответ очень простой. Диаграмма направленности высокая, вот такую штуковину. Если вы связываете ее с плоской волной, то она будет принята, так сказать. Но дальше у вас начнется какие-то структуры, связанные с ограничением размера. Но... Да, естественно. То есть, это довольно высокий хай-гейн такое, так сказать, устройство. Но этот вопрос должен быть разработан и освещен. Здесь он уже звучал. Александр, ну хай-гейн – это значит, мы относительно, опять же, это термин, который к однопортовой антенне. Либо даже если у нас есть фазовый массив, все равно это некий... Ну, Женя, правильное слово. Вы разрабатываете оптическую систему, надо это попробовать. Я готов ответить на вопрос. Какой вопрос? По поводу фильтров? Кремний. Или по поводу кремний? Кремний. Значит, кремний отличаю конкретно. Требует предоплаты. В понедельник буду связываться с этим напрямую мужчиной и буду разговаривать. Предоплаты, естественно, в бюджетных организациях не бывает ни в какой степени. Да, да, это какой-то обман. Фильтры. Вам что, учить? Он знает, он будет разговаривать. Я буду разговаривать. Фильтры, значит так, договор подписан со стороны института политеха,
и отправлен в Новосибирск. Это фильтры одних фильтров. Это сибирские, да. Новосибирские. С Кенвудом, ну, мы разговаривали с Анином Сергеевичем, с Федоровичем. Тут некая проблема существует, потому что ни разу институт политех университет ни разу не покупал за границей ничего и никогда. Сам. И не хочет. Как это сейчас самое страшное, что упирается и не хочет. Причем чисто субъективно. Лень. Как ситуацию сломать, я один не могу, я не знаю. То есть есть лицензия на внешний счет. Ну, все хотят, они не хотят, потому что там посадили. Кстати, на Ливанова дело открыто, ты знаешь? Кстати, Федор, на Ливанова дело открыто, заведено, вы знаете? Ну, на него в том числе, как проректор. А потом еще у меня есть еще предложение. Первый транш на Московский вокзал у нас в 13.30. Сейчас? 11.48. Я думаю, что некоторые люди вообще-то хотят, наверное, покушать чего-то. Да нет, да. Я не знаю, я просто говорю. Так, а можно к технической теме? Так, это правильно. Люди должны осознать, что да, насчет. Нет, временные рамки очень хорошо нам поставлены. 13.30, да? 13.30, да. Газе. Сейчас 12 часов. Откуда? Это еще хорошо, я думал 13. 13? То есть, ну, вы как бы должны быть в курсе. Нет, а вот дальше надо советоваться. Слава, можно я сейчас по теме? Давай. Просьба, порошок кремния, если будете обрабатывать, не выбрасывайте его. Кошкообразный. Хорошо. Ладно. Вот собирать его чистенько, возможно, без стружки, без всякой. Чисто для того, чтобы можно было поковыряться с... формовка из порошка. Понятно. Мне это интересно. Хорошо. Но, коллеги, возвращаясь к вопросу организационному, значит, Женя предположил, что, наверное, захотят покушать. Здесь есть два способа. Один, что называется, малозатратный. У нас тут уже есть кое-что. Можно еще что-нибудь притащить и еще разок попить чайку, пожевать бутербродов, и тогда, что называется, продолжить дискуссию жуя. А второй вариант – это тогда где-то прерваться и сходить в ресторан. Невозможно. Все. Когда вторая идея отброшена, тогда мы здесь устроим. Кстати, поскольку мы уже работаем почти два часа, ну, может быть, через полчасика.